Даос? Так ты даос, ты практикуешь недеяние ко мне. Ты ждешь, что дао твоей судьбы когда-нибудь домчит тебя ко мне. Тебе лишь нужно выпустить поводья из рук, приникнув нежно к видимому дао. Как змея, что летит или ползет, стремишься слиться с ним в единое. На солнышке лежишь, на солнышко глядишь. Все лежишь и лежишь, все глядишь и глядишь. Ждешь, когда мое видимое дао, приняв форму крокодила, проплывет мимо тебя, а на нем я. На солнышке лежу, на солнышко гляжу. Так и встретимся, и сплетем наши судьбы. Не вопреки, а во исполнение закрутится наше дао в двойную невидимую спираль. А мы что? Мы ничто. Даос.